Аналитика – это пульс вашей школы. Мы ее разделяем на два пункта. Это посещение и продажи. С помощью раздела посещений вы можете посмотреть, в какой период сколько пользователей посещало вашу школу. Также географию пользователей, с каких устройств они посещали и какие UTM-метки были в ссылках, по которых они переходили. То есть можно понять, откуда пользователи пришли. Второй момент – это продажи. С помощью этого раздела вы можете посмотреть по периодам, какие показатели по продажам у вас есть. Вы работаете в плюс, либо что-то нужно подкрутить. Также можно посмотреть, откуда пришел пользователь по UTM-меткам и понять, с какого источника больше всего идет продаж. Может, на какой источник стоит обратить внимание. С помощью раздела «Сайты» прямо внутри вашей школы можно создавать неограниченное количество сайтов, которые можно использовать для любых целей – продвижение, блог, продажи, что угодно. К каждому сайту можно прикрепить свой домен. Также сделать шапку, подвал, загрузить в него файлы, добавить интеграции и код. И самое важное – это страница. Страниц может быть сколько угодно, плюс их вложенность может быть какая угодно. Например, у нас есть страница About. Мы можем к ней добавить еще подстраницу. Пускай будет Company. И адрес тоже Company. Добавляем. И как видим, добавили страницу About Company. Если перейти в эту страницу, то мы уже попадем в ее редактор, а также настройки самой страницы. Плюс ее сценарий, о котором мы поговорим позже. Визуальным конструкторам можно создавать страницы, виджеты и шаги курса. Все это без знаний программирования. Как это сделать? Просто переходим в визуальный конструктор. Делаем его на весь экран для удобства и создаем новый блок. Можем выбрать как пустой блок, так и один из уже готовых шаблонов. Все шаблоны размещены в своих категориях, чтобы их было проще найти. Например, добавим меню. Далее Advantages и Footer. Каркас страницы готов. Теперь нам нужно заменить заголовок. Для этого просто нажимаем на текст заголовка, выделяем его и пишем нужный нам. Можно сразу посмотреть, как страница будет выглядеть на ПК, планшете и мобильной версии. К примеру, на мобильной версии нам не нравится, что заголовок слишком большой. Мы переходим в мобильную версию, нажимаем на этот заголовок и уменьшаем его размер. Это правило применится только к мобильной версии, а на планшете и ПК размер текста останется изначальным. Теперь, помимо готовых шаблонов, больших блоков, мы можем добавлять и разные элементы сайта. Нажимаем Add Element, и здесь можем выбрать текст, заголовки, кнопки, картинки и все-все-все, что угодно, все, что может понадобиться для создания страницы. Вот таким способом можно создавать страницы без использования программирования, и все ограничивается только вашей фантазией. Вебинары – это важная часть обучения и продвижения. Проводить вебинары на платформе Excel достаточно просто. Как это делать? Переходим в раздел «Вебинары», создаем новый вебинар, задаем его имя, задаем дату, время и часовой пояс, когда он будет проходить. Далее попадаем в более подробные настройки, где можем более детально настроить все моменты. К
какие медиаданные будут доступны, презентации, видео, виджеты, загрузить файлы, которые пользователи смогут скачать, настроить поля регистрации, чтобы собрать нужные вам контакты. Также немного изменить дизайн страницы регистрации. И еще что важно и достаточно приятно, то что можно прямо в сценарии настроить все рассылки. Что пользователь получит после регистрации, какие напоминания будут за 1 час, за 5 минут, чтобы вы были уверены, что пользователям уходят все рассылки и пользователи не забудут о том, что вы сегодня проводите вебинар. Далее, как выглядит сама комната? Давайте перейдем в нее. Так вебинарную комнату видит тот, кто проводит вебинар. Он может прямо во время эфира нажать кнопку «Изменение шаблона» и изменить шаблон на один экран, например, показывать презентацию, либо только трансляцию. Вот нажимает «Применить» и только один экран. Зрители видят только трансляцию. Может выбрать два экрана, вернее, разделение экрана на два элемента. И показывать уже трансляцию и презентацию. В правой части мы видим чат пользователей. Далее вкладка «Вопросы пользователей» и «Участники вебинара». После того, как вебинар настроен, просто нажимаем «Start Event» и вебинар пойдет. Вот так просто. CRM – это раздел для управления контактами в вашей школе. Здесь вы можете добавлять единичный контакт, либо массово импортировать контакты как с файла, так и с текста. Также можете производить различные действия с текущими контактами. К примеру, выбрать их и массовым действием добавить заметку, добавить задачу, выполнить сценарий, удалить теги, добавить теги и другие варианты. Фильтры. Очень классная вещь для управления вашей базой. К примеру, вам нужно выбрать клиентов, которые начали курс Create Your Own School. Для этого листаем вниз и видим категорию Education. Выбираем курс Started. Yes. И выбираем нужный нам курс. Как видим, этот курс начал один клиент. Нажимаем Apply Filter. И видим конкретно, что это за клиент. Также, помимо массовых действий, мы можем перейти в карту клиента и более подробно посмотреть информацию о нем, о его профиле, его контактных данных, какие продукты ему доступны. Можем добавить новый продукт. Можем посмотреть историю профиля. Также посмотреть, в каких вебинарах он участвовал и какие сценарии по нему выполнялись. Раздел «Видео» — это встроенная замена YouTube и Vimeo. Вы можете загружать неограниченное количество видео, и каждое видео может быть любого размера. Давайте подробнее посмотрим, какие опции нам доступны. Мы можем задать название видео, его приватность, чтобы оно было доступно везде, либо только в курсах школы, либо на сайтах, созданных внутри школы. Также можем задать обложку, и нам доступно встраивание этого видео в курсы, сайты, сторонние сайты, не имеет значения. Просто копируем этот код и вставляем видео, куда нам нужно. Также есть скачивание видео. И приятный момент – это версии видео. К примеру, вы загрузили видео на 10 сайтов, на 10 страниц.
но со временем оно устарело. И теперь нужно его заменить на новое видео. Как это сделать? Мы просто нажимаем «Upload видео». Здесь загрузится новая версия видео, мы ее выбираем, и она собой заменит старое видео везде. Теперь аналитика. В каждом видео доступна аналитика, и вы можете посмотреть всего просмотров, процент просмотров, среднее время просмотра. Это очень полезно, чтобы понимать, на каком моменте видео пользователи уходят. И, возможно, они не слышат информацию, которую вы говорите в конце. Она очень важна. И, возможно, ее стоит перенести более в начало, либо в середину. Также, помимо аналитики по отдельным видео, доступна аналитика в целом по всем видео в вашем аккаунте. Также можно watch time, среднее время, все можно посмотреть. Материалы и курсы. Наверное, это самый важный раздел в вашей онлайн-школе, потому что именно здесь вы создаете курсы, в которых ученики и будут проходить обучение. Давайте посмотрим, как создавать курс. Нажимаем Create курс, вводим его название, далее переходим в него. Здесь нам доступно множество гибких настроек по доступности и так далее. Но сейчас мы их не будем затрагивать и посмотрим именно то, с чем будет работать пользователь. Это секции и шаги. Перейдем в один из шагов. И здесь есть теория. Это материал, с которым пользователь будет ознакомливаться. И здесь доступен редактор, такой же, как и в страницах. Можно добавить любые элементы, как угодно настроить, картинки, видео, файлы, все, что нужно, все доступно. Далее, тесты. Это раздел, где мы можем настроить тестирование студентов, задать нужные вопросы, задать варианты ответов, выбрать, какие из ответов будут правильные, какие неправильные. И раздел «Задачи». Это раздел, в котором мы можем задать вопросы, и на которые клиент будет отвечать. И мы будем понимать, усвоил он материал, либо нет. И менеджер сможет ему что-то подсказать по обучению. Теперь посмотрим со стороны клиента, как это выглядит. Перейдем в CRM, контакты. И в карту клиента, которому доступен этот курс. Здесь есть опция «Войти под пользователем». И мы входим под клиентом и смотрим, что ему доступно. Как выглядит кабинет клиента. Вот этот курс. Нажимаем «Продолжить». И здесь видим теорию. Видео. Нажимаем «Закончить теорию». И переходим к следующему шагу. Это у нас тестирование. Можем пройти тесты. К примеру, так. Ошибочка. И пробуем еще следующее. И мы завершили наш тест с двумя правильными ответами. Давайте попробуем еще раз и пройдем к задачам. Так, и последний вопрос. Есть. Следующее. Это задачи. Здесь мы видим вопрос и отвечаем на него. Можем прикрепить файлы, либо просто отправить ответ. Вернее, не мы, это то, что будет делать наш студент. Вот таким образом происходит его взаимодействие с нашими курсами. Тоже достаточно просто, без излишеств, без лишних сложностей. Сценарии выводят функционал вашей школы на новый уровень. С их помощью можно визуально программировать, что будет происходить с пользователем после запуска сценария.
Возможностей очень много. Это отправка письма, отправка сообщения, добавление тега, добавление в группу, добавление доступа к курсу, добавление ответственного менеджера пользователю и многое-многое другое. Все эти блоки можно задавать в таком визуальном редакторе. Каждый блок настраивается. Например, задержка. Здесь мы можем поставить задержку в один день, чтобы следующие блоки выполнялись с этой задержкой. Далее, отправка сообщения. А помимо текста и файлов сообщения, можно добавить еще переменные, где мы можем можем отправить персональную ссылку пользователю, можем отправить сразу с его именем, чтобы рассылка была более персонализированной. Там, привет, Александр. И так далее. Можем добавить в группу вот такое ответвление. Если пользователь получил сообщение, то добавить его в группу. Если не получил сообщение, то проверяем, доступна ли почта. Если доступна, то отправляем email. И много-много ответвлений. Как угодно, делаем. Помимо этого, сценарии доступны почти в любых разделах. Например, перейдем к курсы. И перейдем в шаг курса. В шаге курса также есть сценарии. Мы здесь можем задать сценарий, что если пользователь завершил этот шаг, то мы ему отправляем сообщение, либо что угодно. Например, молодец, ты выполнил этот шаг. Не останавливайся, иди дальше. И что-либо еще. Если нужно найти сценарии, если нужно посмотреть все сценарии, которые у вас заданы в школе, то это можно посмотреть в разделе «Настройки» и «Сценарии». Здесь видим, что сценарий вебинара, продукта, сайта, шага. Все здесь собрано, и любой сценарий можно здесь найти. Почта, рассылки, уведомления, чат-боты. Без этого никак, и, конечно же, весь этот функционал есть на платформе. Вы можете перейти в бродкастинг, создать новую рассылку, здесь задать, кому она будет отправляться, либо выбрать по фильтру, как в CRM, либо вручную галочками проставить. Также выбрать, будет отправляться уже существующий шаблон письма, либо создать новое письмо. И после этого задать, оно отправится немедленно, либо в какое-то заданное время. Готово. Рассылка будет отправлена. Но это еще не все. Также присутствует настройка доменной почты. Каждому сотруднику вы можете настроить любую почту, которая будет привязана к вашему домену. Вы нажимаете «Add email», выбираете ваш домен, вводите нужную почту, логин, и кому она будет доступна. Так почту можно задать каждому менеджеру. Менеджер зайдет в свой аккаунт, нажмет письмо, и здесь у него будет полноценная замена Gmail, без использования сторонних сервисов. Он просто нажимает «Написать», может написать кому угодно, и также может получать письма. Помимо почт, есть также чат-боты. Они доступны в Communication и Chatbots. Чтобы они работали, нужно подключить канал чата. Это Telegram, Facebook, либо Viber. После того, как канал подключен, можно создавать чат-бота. Для этого переходим в чат-боты, создаем нового. Mainbot, пускай будет. И тип Simple. Create. Переходим в него. И здесь также доступен сценарий,
что будет происходить с пользователем после того, как он войдет в этого чат-бота. Ему можно отправить сообщение, либо запросить данные, запросить его почту, номер телефона, ФИО и любые другие действия. Чтобы запустить чат-бот, пользователь может либо написать заданную фразу, либо перейти по этой ссылке. Работа над онлайн-школой – это всегда командная работа. И каждому сотруднику нужно выдать доступы, которые необходимы ему для выполнения конкретно его задач. Поэтому мы постарались и сделали максимально гибкую выдачу доступов, чтобы вы могли настроить их под каждого сотрудника. Доступов очень много. Очень-очень много. Можно настроить, чтобы были видны курсы, но он не мог их удалить, либо публиковать. Чтобы была доступна CRM, чтобы он мог видеть список контактов, но не мог их импортировать, либо экспортировать. И так далее, далее, далее. Очень тонкие настройки по всем элементам школы. Спасибо вам за то, что посмотрели этот демоурок. Надеюсь, работа с нами будет приятна и продуктивна. Удачи!